Наш отряд ЗОВ. Закон один для всех. Наш девиз. Служить Отечеству честь имею. Полицейский класс звучит очень серьезно. В него вошли 27 юношей и девушек, которых привлекает престиж профессии полицейского и возможность дальнейшего обучения по данной специальности. Ну, это чтобы определиться с выбором профессии и в дальнейшем, ну, пойти вот по стопам военной службы, чтобы заниматься спортом, защищать права людей и быть гордостью для своей семьи. Благодаря тесному взаимодействию руководства кадетского корпуса, администрации города и отдела полиции для данного класса была разработана специальная образовательная программа, в которой упор был сделан именно на те предметы, которые необходимы учащимся при поступлении, а именно обществознание, история, спортивная и строевая подготовка. То есть мы должны знать законы. Вот. Они, конечно, изучают законы, конституцию, то, что нашего основного закона, но вот еще и правовые, то есть там вот уголовного кодекса в дальнейшем, там у нас есть небольшие занятия, конечно, вот, мы будем знакомиться с уголовным кодексом. У нас там в нашей работе прописано, что мы должны проводить такие профилактические беседы, то есть мы будем ходить в младшие классы, будем говорить там вот о вреде курения, о вреде употребления наркотиков, алкоголя. То есть вот такое вот, то есть это профилактическое, правовая и патриотическая работа. То есть вот это наши основные направленности. Учебу в профильном классе курируют сотрудники полиции. В рамках образовательного процесса полицейские регулярно проводят встречи с воспитанниками кадетского корпуса, знакомят их с основами правоохранительной деятельности и, в частности, с теми требованиями, которые необходимы для поступления в институты МВД. Конечно, заниматься физкультурой, побольше следить за своим здоровьем, но и своим поведением, как в обществе, так и в вашем учебном заведении, показывать, что вы пример для подражания всего молодого поколения, не допускать ни в коем случае конфликта с законом, не употреблять наркотические, психотропные вещества, все то, что может повлиять не только на ваше здоровье, но и дальнейшую судьбу при выборе вашей профессии и дальнейшей жизни. Наряду с образовательным процессом для воспитанников кадетского класса была организована экскурсия в отдел полиции, в ходе которой они посетили музей истории органов внутренних дел и познакомились с тактикой владения табельным оружием – пистолетом Макарова. Кроме того, кадеты активно участвуют и в общественной жизни школы и города. Так, 10 ноября воспитанники кадетского корпуса стали участниками праздничного мероприятия, посвященного Дню полиции. В торжественной обстановке трое самых активных, отличившихся в учебе, творчестве и спорте, были награждены благодарственными письмами из рук начальника отдела полиции Алексея Попова, в их числе и Михаил Акулин. Я занимаюсь греко-римской борьбой, ну, у меня наград много. Также как бы сдавал, весной сдавал на ГТО, ну вот, дали золотой значок. Благодарственным письмом была награждена и Юлия Мешкова, мечтающая связать свое будущее с профессией полицейского. В первую очередь это ответственность за людей, за свои действия. Нужно быть честным, добрым, не нарушать самим порядки. Я для своей цели очень занимаюсь спортом, бегаю. Вот. Я хочу поступить в институт МВД, чтобы защищать права людей, защищать свою страну, чтобы мои близкие гордились мной, и я иду упорно к своей цели. Благодарность в этот день была направлена и в адрес классного руководителя Татьяны Барановой за успешное взаимодействие и большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Главная цель, мы придерживаемся, это патриотическое воспитание всей молодежи нашего города. Глядя на них, на их подтянутость, на их слаженность, их коллектива, я думаю, многие потянутся в ряды сотрудников органов внутренних дел и будут помогать в охране общественного порядка, это может вступать в различные дружины, общественные организации, ну и как возможно, что поступят в наши вузы, в систему МВД, получат высшее юридическое образование и продолжат службу в качестве офицеров полиции. Сами учащиеся полицейского класса понимают степень ответственности и готовы оправдать надежды, возлагаемые на них. Ведь это залог их успешного будущего и стимул для всех школьников. А значит, эксперимент удался. Полицейским классом быть. Ирина Пивоварова, Александр Трегубов. Наш город.